Всем привет! Сегодня 10 ноября. Наконец-то у нас закончился сезон дождей, сезон мокроты всякой. Пришло солнце, пришли морозы. И уже несколько дней у нас холодно. Сегодня было минус 13, сейчас 12 часов дня, минус 11. Солнышко с утра было вообще ясное, но сейчас пошел снег. Под ногами вообще классно, сухо, все застыло. Вчера 13, сегодня вот сейчас 11. Ну и похоже, по всей стране морозы идут. И я сегодня наконец-то проверяю микрофон, который давно куплен, но все лежит. Сегодня попробую поснимать с микрофоном, как записывать звук. И второе, сегодня я новые ботинки обкатываю, обнашиваю. Скользят, не скользят. Ну, классные ботинки. Сейчас покажу. Вот такие вот. Натуральные. Все натуральное. Очень хорошие ботинки. Ну, в общем, пошли в наш лог, на нашу тропу. Идем вот такими вот буераками. Идет снег. Все застыло под ногами. Прекрасно. Можно даже было сегодня в лес идти. С костром. Суббота. 10 число. Ну, что-то захотелось поспать подольше. Сейчас уже в лес ехать поздно. До леса 2 часа пути. И уже, пока туда-сюда, уже стемнеет. Здесь такой вот домик. Старый какой-то. Так. На таком расстоянии нормально? В общем, сегодня ходьба такая, ни о чем, просто смотрю, как микрофон записывает. Короче, там записывала, снимала и забыла включить. Сейчас вообще не буду его выключать. Он где-то у меня месяц-полтора лежал дома, все. Но в грибные походы с ним ходить, это вообще, я считаю, бессмысленно. Там бегом-бегом надо, бегаешь за грибами, как рысью. Мне пишут, почему я снимаю грибы так рывками, не со штатива. Ну, я говорю, что это, мне кажется. Денек сегодня просто замечательный. Сколько-нибудь, может, километр, полтора-два пройду вдоль реки. Солнышко впереди и вверху. Вот. Просто как дети рады. Я представляю, после полярной ночи, как рады. Не зря они устраивают праздник такой большой. Всем большой привет. Давно ничего, никуда мы не ходили, ничего ни с кем не разговаривала. Надеюсь, что у вас тоже погодка установилась. Погода вообще классная, как будто весна уже наступила. Январь или февраль уже, или март, как будто. Сразу прямо весело, на душе хорошо, хочется куда-то в путь. Вот. Север сзади нас, и вот снег идет с севера. Под ногами хрустят снежинки.
Сейчас дойдем до мостков, постоим там, да и домой пойдем, наверное. Ну, не домой, по магазинам. По магазинам пойдем. Опять посрубали все деревья. Вот они тут полегли. С летними роликами сравнить, так здесь вот все кусты, кусты были. В них жили птички. Все опять посрубали. Скрипит снежок под ногами. Товарищи, уточки-то есть полно. У нас только ничего с собой нет съедобного. Они плывут вдоль нас. Видно или нет? Самцы, там самочки вон. А у нас ничего нет с собой. Раз, два, три, шесть. А и там, ой, а там-то вообще тьма. Там-то штук еще 30. Поскрипывает снежок. О, скорость-то ничего у них. Ножки красные. Покрякивают. Да, ну теперь будем им носить сюда что-нибудь поесть. Ну вот, господи. Ну ладно, птиц попроведали, пойдем обратно. Так. Ну ладно, пошли мы домой. Всем удачи. Хорошо всем перезимовать, покататься на лыжах, походить еще, что-нибудь поделать в лесу. Всем удачи, всем пока. Посмотрите сегодняшний день. О, какие застывшие, хорошие, прекрасные зимние. О, какие хорошие. Давай. Так что в завершении дня сегодняшнего еще и зимних грибов набрали. Такая вот сегодня у нас была на выносливость тренировочка. Потому что сейчас это зажиреем быстро, надо немножко тренироваться. Вот. Такой вот сегодня денечек. И еще один нашли пень. В лес-то надо срочно. О. А здесь вот еще. Но рвать уже неохота. Тут всякие кормушки белкам. По-моему, пустые. Еще с того года, наверное. А возвращаемся вот по этой дорожке. Ботинки новые, классные, теперь можно в них в любой поход дальний. Такой вот сегодня денечек прекрасный.